Let us pray. Father, thanks a million for tonight. Господь, огромная благодарность Тебе за сегодняшний вечер. Guide us. Направь нас by your Holy Spirit. Твоим Духом Святым. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Amen. Аминь. You may be seated. Садитесь, пожалуйста. В мониторах меня меньше сделайте, его больше. Пожалуйста. Before I share the word, I want to call our pastor's son here. Перед тем, как я буду проповедовать, я хочу позвать сына епископа Андрея, чтобы он дал свое свидетельство. About how the anointing has affected his life. О том, как помазание повлияло на его жизнь. Amen. Аминь. Okay. Two years ago, Pastor Doug came to Kharkiv. 2 года назад Пастор Даг приезжал в Харьков. And we had big conference, anointing conference. У нас была большая конференция, конференция помазания. And 2 years ago, I heard voice from God. И 2 года назад я услышал Божий голос. When Pastor Doug was preaching, когда Пастор Даг проповедовал, he was preaching about anointing. Проповедовал о помазании. And he said, if you want to receive anointing from God, он сказал, если ты хочешь получить помазание от Бога, you have to bring offering. Ты должен принести жертву. Respect anointing men. Ты должен anointing people. Почтить человека, помазанника. And I remember in this day I was collecting money for my new car. И я помню, что в то время я собирал деньги на новую машину. And I had maybe $3,000. Ну, $1,003, наверное, уже было. And I remember this day Jesus said to me. Я помню, что в тот день Иисус мне сказал. You have to bring $2,000. Тебе нужно принести $2,000. In order to receive anointing. Чтобы получить помазание. And I remember in this day I said, God, I want to buy a new car. Я помню, что я Богу говорю, Бог, но я машину хочу купить. Can I take anointing and car? А можно и помазание, и машину? And God asked me, "What do you want more?" И Бог меня спросил, а чего ты хочешь больше? And I said, "Of course, I want to more anointing." И я сказал, конечно же, я хочу помазания больше, чем новую машину. And I brought this $2,000. И я принес эти $2,000. And while these 2 years. И эти 2 года. God changed my life. Бог за эти 2 года Бог полностью изменил мою жизнь. And 2 years ago, I opened new church in Kharkiv. За 2 года я открыл новую церковь в Харькове. And when we opened this church, I had maybe 70 people in there. Когда церковь открылась, там было, ну, человек 70. And we started pray. Мы начали молиться. And we did everything what we can. Мы сделали все, что мы могли. And after this offering, и после after this sacrifice, этой жертвы, something changed. Что-то изменилось. Now, and during these 2 years, we have 250 people in church. Сейчас, спустя 2 года, у нас в церкви 250 человек. We opened one new brand church. Мы открыли еще одну дочернюю церковь. And also, I become to traveling with Pastor Dmitry, and we make a lot of crusades in all over the world. И также я начал путешествовать вместе с пастором Дмитрием, и мы проводили крусейды в разных странах мира. I went to Pakistan. Я был в Пакистане. Cambodia. Камбоджа. I was in China. Был в Китае. 3 times I was in Pakistan. 3 раза был в Пакистане. And I preached more than 10,000 people in one night. Я проповедовал собранию, на котором было больше 10,000 человек. And so many people received healings. Очень многие люди получили исцеление. And God started did so many things in my life. То, что тогда произошло, такие перемены принесло в мою жизнь. And now I wrote my first book. И сейчас я написал свою первую книгу. And everything what I have now it's product of anointing what I received when I was in this service. И все, что сейчас в моей жизни происходит, это результат того помазания, которое я получил на том служении. And I want to say you, я хочу сказать вам, God can make more than you think. Бог может сделать больше, чем ты думаешь. More than you imagine. Больше, чем ты себе представляешь. And when today we were spoken with Doug.
И когда мы сегодня общались с епископом Дагом, he said to me, you know, it's not natural. Он мне сказал, ты знаешь, это не необычные вещи. Because I am only 25 years old. Потому что мне всего лишь 25. And I don't have so many experience. И у меня нет такого большого I опыта. Have so many knowledge. И нет таких больших знаний. I don't have so many connections. Нет таких связей. But in these 2 years, но за эти два года God gave me more than $20,000 Бог дал for crusades. Бог for crusades. Бог дал мне более 20 тысяч долларов на крусейды. And while these 2 years, и за эти два года people who I know, I don't know them, люди, которых я не знал, they started to send me money. Они начали присылать мне деньги from different parts of world, из разных уголков мира, and make sacrifice for these crusades. И начали жертвовать на крусейды. And I believe this is grace. И я верю, что это благодать. And this is anointing. Это помазание. And I believe everyone from you will receive this anointing. И я верю, что каждый из вас получит такое помазание. You have to be thirsty about this anointing. You have to thirsty. Ты должен жаждать помазания. Amen. Аминь. Thank you. Why don't you give the Lord a mighty clap of praise? Давайте прославим Господа сильно. Wow! 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 Stretch out your hands. Stretch out your hands. Stretch. Прострите руки сюда. Father, thank you for the anointing. Отец, спасибо тебе за помазание. On the pastor's 25-year-old son. На сыне пастора, которому 25 лет. It is increasing. Оно умножается. Like a river. Как река. Like a fountain. Как фонтан. Like a waterfall. Как водопад. It is increasing. Умножается. In Jesus' name. Во имя Иисуса. And on everybody in this room. И на каждом человеке, кто здесь в этом зале. Receive the anointing. Прими помазание. Receive the grace прими of God. Благодать Божью. In Jesus' mighty name. Во имя могущественного Иисуса Христа. Hallelujah. Hallelujah. Give the Lord a shout of hallelujah. Давайте прославим Господа. Закричи аллилуйя. Wow. Are you excited about the anointing? Вы рады помазанию? Садитесь. You may be seated. Садитесь. Now, I want to thank Bishop Andrei for this honor to be here with you in Ukraine. Я хочу поблагодарить епископа Андрея за большую честь быть здесь с вами и приехать в Украину. It is a great honor. Это на самом деле большая честь. To be part of what he is doing here. Быть частью того, что епископ Андрей делает здесь. We are excited about the relationship. И я рад тем отношениям, которые у нас установились. And I know that God is taking it further. И я знаю, что Бог продолжает это все дальше, переводит это на следующий уровень. Я сегодня хочу говорить вам о том, как исполнить свое служение. But before I do that, но перед этим я хочу рассказать вам о последнем шаге на пути к помазанию. The final step последний, заключительный шаг помазанию. The final step to the anointing, the last step. Последний заключительный шаг к помазанию is boldness. Это смелость. Boldness. Смелость. Wow. Hebrews 4:16. Послание к евреям, 4 глава, 16 стих. Let us come boldly to the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Посему да приступаем с дерзновением, смело, к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. When God gives you the anointing, когда Бог дает тебе помазание, you need boldness. Тебе нужна смелость. When you are going towards the gift of God, когда ты двигаешься на пути к дару Божьему, and you enter the courtyard, you enter the courtyard of the tabernacle, и ты входишь во двор скинии, the first thing you see is the altar of sacrifice. Первое, что ты встречаешь, это алтарь жертвоприношений.
That's the first step. Это первый шаг. You are going to the Holy of Holies. Ты идешь в святое святых. Everybody say, I'm going to the Holy of Holies. Все скажите, я иду в святое святых. Say, I'm going to the power. Скажите, я иду к силе. I'm going to the center of the power. Я иду к центру силы. That's where. That is where the power is. Это то место, где пребывает сила. The first thing you meet is the. The first thing you meet is the sacrifice. Первое это жертвенник. Our brother made a sacrifice. Наш брат принес жертву. 2 years ago. 2 года назад. He sacrificed his car. Он пожертвовал машину. His ministry is changed now. И сейчас его служение изменилось. I can see the anointing on his life. И я могу видеть помазание на его жизни. Amen. Аминь. After that, you come to the laver. После этого where they wash ты the blood. Подходишь к чаше омывания. In the tabernacle. В скинии. How many know the tabernacle? Кто знает устройство скинии? The tabernacle of Moses. Скиния Моисея. Then after that. После этого. That's the washing of the water with the word. Там ты омываешься водой слова. As you listen to the word. Когда ты слушаешь слово. As you read the word. Когда ты читаешь слово. You are washed. Ты омываешься. Then you come to the holy place. Потом ты входишь в святое место. And you have the table of incense. И там есть алтарь воскурений. Which is the prayers. Это молитвы. You cannot be anointed without prayer. Без молитвы ты не можешь быть помазанным. Then you have the table of shewbread. Потом есть алтарь хлебного предложения, стол хлебного предложения. Shoe bread, yeah. Which is a certain type of the word of God. Это определенный тип Божьего слова. And then after that, you come to the candlestick. Потом ты подходишь к светильнику. When you are getting nearer to God, когда ты подходишь ближе к Богу, natural light does not work. То естественный свет не работает. In the holy place. В святом месте. There's no light. Нет света. Only the candle. Только светильник. Stick. The sunlight. You don't use sunlight. Там нет солнечного света. You are directed by the Spirit. Там тебя направляет Божий Дух. The candlestick. Светильник. The light that comes from the Holy Spirit. Светильник. Свет, который приходит so от Духа Святого. As you are getting deeper into the anointing. И когда ты входишь глубже в помазание. You must become more and more directed by the Holy Spirit, not by natural thinking. Дух Святой, а не естественное мышление, естественные пути должны направлять тебя больше и больше. Дух Святой должен вести тебя. Did you understand that? Вы это понимаете? In the tabernacle. В скинии. The first step is the sacrifice. Первое, the altar. Жертвенник. That one, there is no roof. Там крыши нет. It's open air. Это под открытым небом. The second step is the laver. Потом это чаша омовения. There's no roof. Там тоже под so открытым the sun небом. Shines. Там солнце светит. Then you go into the holy room. Потом ты заходишь в святое. It's covered with curtains. Оно уже покрыто завесами. There is no natural light. Там нет естественного света. You have the shoe bread. Там есть хлеб предложения. Which is special. Word from God. Это особое слово от Бога. Then you have the table of incense. И потом есть алтарь воскурений. Which is your prayer. Это твои молитвы. Then you have the candlestick. Потом есть светильник. Which is the light. Это свет. The only light. Единственный свет. There. Который есть там. Supernatural light. Сверхъестественный свет. Natural thinking. Это естественное мышление. Cannot lead you to the. Не способно вести тебя там. Ways of God. Не способны вести тебя по Божьим путям. Amen. Аминь. Now you are facing the Holy of Holies. И теперь ты подошел к святому святых. And what do you need to go to the throne of grace? И что тебе нужно, чтобы подойти к престолу благодати? Hebrews 4:16. Мы это прочитали. Let us come boldly. Давайте придем смело. It takes boldness. Нужна смелость. To step into. Чтобы сделать шаг и войти внутрь. Into. Войти внутрь. The presence. В присутствие. And the gift. И к дарам. And the power. И силе Божьей. Without boldness. Без смелости. You'll be standing there. Ты будешь стоять там. With the candlestick. Где светильник. With the shoe bread, где хлеб предложения, with the incense, где воскурение, but you will never go in. Но ты не сможешь войти вовнутрь. Now, why do you need boldness? Зачем тебе смелость? Because when the priest went in there and they made a mistake, потому что когда священник заходил внутрь в святой святых,
и совершал какую-то ошибку, they would die. То он умирал там. So they used to tie a bell to their legs. Поэтому привязывали к ногам их колокольчики. So every time that the priest was in the Holy of Holies, you could hear the bell. И все то время, когда священник находился в Святом Святых, можно было слышать звук колокольчиков. The higher you go with God, чем выше ты идешь с Богом, more dangerous it is, тем более опасно это to make certain mistakes. Допускать и совершать определенные ошибки. Yeah. Да. You got to be careful. Ты должен быть внимателен, you осторожен. Got to be careful. Ты должен быть осторожен with sin, с грехом, with evil, со злом, with things that are allowed outside are not allowed when you are с такими deeper. Вещами, которые позволительны снаружи, но недопустимы внутри. Amen. Аминь. Are you still here or you're going home? Вы еще здесь или уже домой идете? Are you feeling sad? Вам что, грустно теперь? Печально все это слышать? You are listening? Слушайте. Okay. Хорошо. So now you need boldness. Теперь тебе нужна смелость, to enter your ministry. Чтобы войти в свое служение. If you are not bold, если ты не смелый, you cannot enter your real ministry. Ты не сможешь войти в свое настоящее служение. Эй! Эй! It took boldness for me to start a church. Чтобы открыть первую церковь, мне потребовалась смелость. Yeah. Да. Nobody никто, knew me to be a pastor. Никто не знал меня как пастора. I had to be bold. Мне нужно было быть смелым. And my assistant, и мой помощник, Bishop Saki, епископ Саки, he suggested, он рекомендовал, we should start the church outside town, что мы должны, so that if it doesn't work, people will not know that the church didn't work. Что мы должны открыть церковь на окраине города, как бы за городом, чтобы, если не получилось, то никто не знал, что была церковь и перестала быть. Hey. Hey. It takes boldness. Нужна смелость. To do that. Чтобы сделать это. I started doing Iron Sharpeneth Iron Conference. Я начал проводить конференции железо железо острие. Inviting pastors. Приглашая пасторов. It took boldness. Для этого потребовалась смелость. Step. Чтобы сделать шаг. Into it. Чтобы войти в это. Hallelujah. Hallelujah. It took boldness. Потребовалась смелость. To write a book. Чтобы написать книгу. It took boldness. Потребовалась смелость. To have a crusade. Провести крусейд. Healing crusade. Крусейд исцеления. Hey. Эй. Nobody had ever seen me having a crusade before. Никто до этого не видел, что я способен проводить крусейды. With miracles. С чудесами. So when I started the crusade. И когда я начал крусейды. I called my assistant. I said, "Bring me crutches." Я позвонил помощнику и сказал: "Принеси костыли." Crutches. Костыли. I took the crutches. Я взял костыли. I lifted it up. Я поднял их. I said, "Take a picture of me." Я сказал: "Сфотографируйте меня." They took their picture. Меня сфотографировали. I said, put this picture there. Я сказал, поставьте эту фотографию. Healing crusade. Крусейд исцеления. I am coming to deliver people from their crutches. Я иду, чтобы освободить людей от их костылей. Hey! Hey! Meanwhile, I have not seen even one miracle. А до этого я ни одного чуда не видел. My heart was beating. Сердце билось очень учащенно. My heart was beating every day. Сердце билось быстро каждый день. I said, it's a healing crusade. Я сказал, это крусейд исцеления. And I went out there. И я поехал туда. And I started to see miracles. И начал видеть чудеса. I said, I started to see miracles. Я сказал, я начал видеть чудеса. One day, однажды, I was carrying more crutches. Я нес больше костылей. On the stage. На сцене больше. And I remember the first one that I held. И я вспомнил первые костыли, которые я поднимал. To take a picture. Чтобы фотографию сделать. Да. Crutches, wheelchairs, everything. Костыли, инвалидные коляски, все. Look, if you are not bold, you cannot pray for the sick. Если ты не смелый, ты не сможешь молиться за больных. What about if nobody is healed? А что если никто не исцелится? One day my cameraman, однажды оператор один, мой оператор, he came to see me. He он said, пришел встретиться со мной. Are you not afraid? Он говорит, а ты не боишься? Every time we are having a healing crusade, are you not afraid? Каждый раз, когда мы проводим крусейд исцеления, ты не боишься? I said, why? Я сказал, а he чего бояться? Because he is afraid for me. Он говорит, ну я за тебя боюсь. Because during the miracle time, they have to bring their cameras and put them there on stage to expect the people with testimonies to come on stage. Потому что же, когда свидетельство о чудесах, то должны операторы стоять на сцене, ожидая, что люди, получившие чудо, поднимутся на сцену. So every time he's coming to fix the camera,
He's afraid that nobody will be healed and nobody will come. И каждый раз, когда он поднимается на сцену, чтобы поставить камеру, он переживает, боится, что никто не придет, никто чудо не получил. If you are not bold, если ты не смелый, you will stay in your corner. То ты останешься в своем углу. Ukrainians, украинцы, you know what is happening in your country? Знаете, что происходит в вашей стране? It could be something. Это может быть нечто. To push you, чтобы втолкнуть вас into your gift. К вашим дарам. Because Ukrainians are the most anointed Europeans. Потому что украинцы это самые помазанные в Европе люди. Yeah. No, it's true. Это правда. It's true. The last time I came here. Последний раз, когда я приезжал сюда, the last time I came here, последний раз, I felt it in me, я почувствовал внутри, that, what did you say? The last time I came here, I said in my heart, последний раз я приезжал, я сказал в своем сердце, these people, эти люди, will they go out, поедут ли они, to the ends of the world? I asked myself, пойдут ли они до краев земли? Я себя спросил. But I didn't answer the question. Но я не ответил на этот вопрос себе. Yeah. Да. When God raised up the apostles, He said, "Go into the world," but they didn't go. Когда Бог поднял апостолов, Он сказал, пойдите, они не they пошли. They stayed in Jerusalem. Они остались в Иерусалиме. We're more blessed. Мы получаем тут that больше благословений. That is the way of the church. Это путь церкви. A church which doesn't want to go out. Это путь церкви, которая сама не хочет into the идти world. По всему миру. Then this time God sent a persecution. И тогда Бог посылает гонение. That killed their best young man, whom they were expecting to be the successor of Peter. Тогда убили молодого, самого молодого, которого считали преемником Петра. And that was Stephen. Это был Стефан. Yeah, Stephen. Да, Стефан. Everybody was shocked. Все были в шоке. And the persecution became stronger. И гонения стали еще сильнее. And they all scattered. И они все рассеялись, that разбежались. That is when they went to Antioch. Вот тогда они пошли в Антиохию. And all those other places. Тогда они пошли во все другие места. It takes boldness. Нужна смелость. To send missionaries into the world. Чтобы посылать миссионеров по миру. Yeah. Да. It takes boldness. Для этого нужна if смелость. You are not strong, если ты не имеешь силы, send people, то ты не можешь послать go and людей. Live in this country. Поедь и живи в той стране. Go here and preach. Едь туда и проповедуй там. Go here and do, you cannot do it. Едь туда и служи там. Ты не сможешь. So, поэтому. Maybe something else is coming to do it for you. Может быть, что-то другое начнет происходить, чтобы сделать это для вас. You see my brown face? Видите мое такое смуглое лицо? Look at my brown face. Мое смуглое лицо. Look at his black face. Come. А посмотрите на его черное лицо. This is a black face. Это черное лицо. This is a brown face. А это коричневое лицо. This is a white face. Это белое лицо. You see, God uses people like you. Видите, to Бог preach. Использует людей таких как вы, чтобы проповедовать. Yeah. Да. You know, human beings are racist. Знаете, люди по природе расисты. Yeah. Да. As soon as they see your color, как только люди видят цвет кожи твой, as soon as they see your color, как только увидели цвет твоей кожи, they've decided. Они сразу принимают решение. Something already. Они уже сразу для себя что-то решили насчет тебя. True or not true? Правда это или нет? Согласен ты или нет, но это так. True or not true? Это правда или нет? Да? Ah, yes. Is it true or it is not это true? Это правда или нет? Yeah. Да. This man will pass in France as a Frenchman. Этот человек пройдет во Франции как француз. Прокатит за француза. Does he not look like a Frenchman? Что, он не похож на француза? Yeah, he can work in France. Ну, нормально бы мог французом считаться. Germany. В Германии. True or not? Правда или нет? Прокатил бы за немца. Does he look like a German? А он похож на немца? Does he look like a German? На немца похож? No. Нет. Do I look like a German? А я похож на немца? No. Нет. Do I even look like a Ghanaian? Я на ганийца, на жителя Ганы, я похож? No. Нет.
When people who don't know me, they ask, "Where do you come from?" Некоторые люди, которые меня не знают, спрашивают: "Ты откуда?" Some say Somalia. Кто-то говорит Сомали. Pakistan. Пакистан. India. Индия. Malaysia. Малайзия. Lebanon. Ливан. Saudi Arabia. Саудовская Аравия. South America. Южная Америка. Colombia. Колумбия. Many places, but not Ghana. Называют всякие разные места, но не Гану. Эй. He will pass for Italian. Он пойдет, сойдет за итальянца. Italian. Да. So many places. Столько разных мест. Anointed Ukrainians are being expected there. И там, в тех местах, ждут помазанных украинцев. But anointed Ukrainians are staying in Ukraine. Но помазанные украинцы остаются в Украине. Wow. 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 Do you know that in most Western European countries? Знаете ли вы, что в большинстве западноевропейских стран only black people go to church? Только черные ходят в церковь. Знаете ли вы это? Did you know that? Знаете ли вы это? In Western Europe? В Западной Европе. White people don't go to church. Белые не ходят в церковь. Only black people go Только to church. Черные ходят в церковь. Yeah. Да. Now. So in Ukraine you are the last anointed group of white people who И поэтому go to church. Украина это последняя группа людей с белой кожей, которые ходят в церковь. Yeah. You don't know, but I travel all the time. Вы этого не знаете, но я-то езжу повсюду. Я-то знаю. Yeah. Да. But maybe with all the anointing you don't have the boldness to step. Но может быть со всем помазанием у тебя просто не хватает смелости, чтобы сделать шаг. To step. Чтобы сделать шаг, чтобы войти. To step. Сделать шаг. So you are watching. И ты наблюдаешь. You are always having preachers coming here. У вас же всегда проповедники приезжают сюда. Yeah. Да. I heard Benihin is coming to Kyiv. Я слышал, Бенихин опять в Киев приезжает. Few places Benihin, most places Benihin doesn't go, but it comes to Ukraine still. Большинство мест Бенихин уже не ездит, а в Киев приезжает часто. Yeah. Да. Wow. Wow. What are you doing with the anointing? А что вы делаете с помазанием? Boldness. Смелость. You need now boldness. Вам сейчас нужна you смелость. Boldness, нужна смелость. To step. Чтобы войти. Step. Войти. 20 years ago. 20 лет назад. I took boldness. Мне потребовалась смелость. And started a church in Geneva. Я использовал смелость и открыл церковь в Женеве. In London. В Лондоне. In different places. В других местах. Even in Nigeria. Даже в Нигерии. Yeah. Эй. Today we are building our third church building in Nigeria. Сейчас мы строим уже третье свое здание церкви в Нигерии. Yeah. Да. In Kenya. We built a cathedral in Kenya. В Кении мы построили собор. Вот он епископ там. He has a big cathedral. У него большой собор. In Nairobi. В Найроби. Yeah. And Lusaka. И в Лусаке. And Mozambique. В Мозамбик. And in Botswana. В Ботсване. In many countries. I don't know all these people. I've never go there. Я во всех этих местах даже не был, даже не знаю все названия. Without boldness. Без смелости. You will look at each other. Вы будете смотреть друг на друга. And never fulfill your ministry. И никогда не исполните свое служение. Please. Пожалуйста. I hope the fire doesn't come here too. Я надеюсь, что огонь не изольется здесь. It has already scattered. A section. Потому Go. Что он уже поглотил часть территории. Go. Go. И заставил людей уйти. Go. Go ye into all the world. Идите по всему миру. He didn't say, Go ye into all of Ukraine. Он не сказал, идите по всей Украине. Go ye into all the world. Он сказал, идите по всему миру. And preach the gospel. И проповедуйте Евангелие. Preach the gospel. Проповедуйте to Евангелие. Every creature. Всякой твари. Every creature. Всякой твари. Go. Идите. He didn't say stay. Он не сказал останьтесь. He didn't say stay. Он не сказал останьтесь. He said go. Он сказал идите. That's why we are poor. Вот почему мы бедные. Because we stay. Потому что мы остаемся. We stay. Мы остаемся. When you go, you will be rich. Когда ты пойдешь, ты станешь When you богатым. Go, God will give you. You see, he said he has been to China, Cambodia. Он сказал, что вот Антон сказал, что был в Китае, в Камбодже, в Пакистане. Crusades. Крусейды. He's 25 years old. Ему 25 лет. Supernaturally. Сверхъестественно. God provided money. Бог обеспечил его деньгами. And God has more money. И у Бога есть больше денег. You people. И вы, люди. You people. Вы, люди.
I warn you. Я вас предупреждаю. I warn you. Я вас предупреждаю. Go read your Bible. Идите, читайте Библию. Where's my book on church planting? Где моя церковь о насаждении церквей? Is it here? Mega church is there? No, church planting. It's not here? Нету здесь книги. I have a book on church planting. I wrote about this. Я написал об этом в отдельной книге. One day, однажды, I had a vision. У меня было видение. Can I tell you the vision? Я могу рассказать тебе видение. I saw a plate. Я видел тарелку. Full of feces. Feces, toilet. О, окей. Увидел тарелку с фекалиями. Окей. Я. Brown, коричневыми, oily, такими watery, масляными, водянистыми, horrible, ужасно. And I said, Lord, what is that? Я говорю, Господь, это что? You know what God said? И знаете, что Бог сказал? He said, that's you. Бог сказал, это ты. Me? Я? He said, yes. Он говорит, да. He said, I blessed you. Он говорит, я тебя благословил. I raised you up. Я тебя поднял. And I've given you people, я тебе дал людей. But you don't send them. Но ты их не посылаешь. You don't want to send them, isn't it? Ты не хочешь их посылать, не He правда said, ли? It's dangerous, huh? Он говорит, это же опасно. You only send people, ты посылаешь людей where there is money, isn't it? Туда, где есть деньги, разве не так? To Europe, в Европу, and America, в Америку. And he said to me, send the people, и он мне говорит, пошли людей to the nations, в народы. You are smelling. Он говорит, от тебя воняет. To me. Для меня, Бог говорит, от тебя воняет. Эй! I was frightened. Я был в страхе, я был напуган. I turned around. Я повернулся. And I began to send people я to the полностью countries. Все изменил, начал отправлять yeah. людей в разные страны. Places where people are afraid of. В такие места, куда люди боятся ехать. Everybody is coming this way. Все едут наоборот оттуда сюда. I said, you go this way. А я посылаю их туда, говорю, едь туда. Be careful. Будь осторожен. You have a lot. У тебя много чего you have есть. A lot. У тебя много чего есть. Now, сейчас you need boldness. Тебе нужна смелость. You need boldness. Нужна смелость. You need boldness. Нужна смелость. To step. Сделать шаг. Why should a Ghanaian come here to preach to you? Почему человек из Ганы должен приезжать сюда проповедовать тебе? Or a Nigerian come here или нигериец приезжает сюда, to start a church? Чтобы церковь открывать? Why don't you come to Nigeria? А почему бы тебе не поехать в Нигерию and start a church? И там церковь открыть? Yeah, why да. don't you come to Nigeria and live there and start a church? А чё бы тебе не поехать в Нигерию, не пожить там и yeah. церковь не открыть? Don't criticize. Не надо критиковать. Don't criticize. Не надо никого you критиковать. You also get up. Ты также встань and go и поедь to the world по всему миру and preach the gospel и проповедуй Евангелие of Jesus Christ. Иисуса Христа. Can I have an amen? Могу я услышать аминь? I don't know if I have showed it to Bishop Andre, but in Ghana. Я не знаю, показывал я это епископу Андрею или нет, но в Гане. There is a cemetery. Есть кладбище. For missionaries from Switzerland. Кладбище миссионеров из Швейцарии. And Germany. Из Германии. Full of Swiss names. Там полно швейцарских фамилий. Hermann Schmidt and other names. Герман Шмидт и всякие и другие имена. German names. Немецкие имена. All missionaries. Все это миссионеры. They died in Ghana. Которые умерли в Гане. 1863. В 1863 году. They died in Ghana. Они умерли в Гане. As missionaries. Как миссионеры. For Jesus Christ. Ради Иисуса Христа. Yes. Да. They came all over. Они Ghana, ехали Nigeria. Повсюду, в Гану, в Нигерию. And the countries they came to are Christian countries и теперь today. Те страны, куда они приезжали, это христианские страны. Where they didn't go. Куда они не поехали, they are falling to other religions today. Эти страны теперь последователи других религий. We are like toilet before God when we refuse to do what we are supposed to do with the anointing. Мы для Бога отходы для туалета, если мы отказываемся делать то, к чему Он нас призывает. I'll say it again. Я повторю это. We are like toilets, мы faces для Бога. To God. Мы для Бога как фекалии, как то, что для туалета, когда отказываемся to use the gift he has given использовать to us. Дары, которые Бог нам дает. You have gone all the way. Ты прошел весь путь. Now is the last step. Сейчас остался последний last шаг. Step. Последний шаг. You don't want to take it. А ты не хочешь его сделать. Because there is danger. Потому что это опасно. There's more danger.
Но больше опасности, если ты останешься. It's more danger. Это еще более опасно. Now you are sensing real danger in this country. Теперь в этой стране вы чувствуете настоящую угрозу для своей жизни. The church must ask itself, is that what it will take to move you? И церковь должна задать себе вопрос, а не это ли потребуется, чтобы заставить тебя двигаться? Is that what it takes to move you? Разве это нужно, чтобы заставить тебя Only двигаться? Trouble? Только проблемы? What about the voice of the Holy Spirit? А как же голос Духа Святого? Can the Holy Spirit not lead you? А что, Дух Святой не может тебя направить? A trouble must lead you. Или, или проблемы, трудности должны тебя направлять? As many as are led by trouble, no. Те, кто водим проблемами, нет. No. Нет. You must be led by the Spirit. Ты должен быть водим Духом. The candle that is there. Светильник, the supernatural candle, сверхъестественный светильник, is showing you the door. Он показывает тебе вход. Он показывает тебе дверь. Go through the door. Проходи через эту дверь. Проходи через нее. Go through the door. Проходи через нее. Don't love yourself too much. Не люби себя слишком сильно. Don't save yourself. Не спасай себя. Don't save yourself. Не спасай себя. No. Нет. No. Нет. Don't save yourself. Не спасай Don't себя. Don't protect yourself. Не защищай себя. Don't try to protect yourself. Не пытайся защитить себя сам. Christians today are always trying to protect themselves. Христиане, знаете ли, это те люди, которые стараются себя защитить своими силами. If you keep your life, you will lose it. Если ты будешь сохранить жизнь, ты потеряешь ее. If you lose your life, you will gain it. Если ты потеряешь свою жизнь, ты приобретешь ее. You need boldness. Нам нужна смелость. You need to step forward. Нам нужно сделать шаг you вперед. Need to step forward. Нам нужно сделать шаг вперед. Step out. Шаг вперед, шаг наружу. You know too much. Ты слишком много знаешь. You know enough. Ты знаешь достаточно. You've heard enough. Ты услышал достаточно. You will never see certain things unless you step out. И ты не увидишь определенные вещи, пока ты не сделаешь этот последний шаг. One day I had a vision. Однажды у меня было видение. I was standing like this. Я стоял вот так. And I saw myself. И я увидел себя. Suddenly, I think it was an angel came and held my stomach, and my stomach became like a door. И я увидел, что ангел пришел, что-то сделал с моим животом, и он стал как дверь. And the door opened from here. It opened like this. Открывалась отсюда, вот в эту сторону. And I saw inside. И я видел внутренности. Do you know what was inside? Знаете, что было внутри? No intestines. Никаких внутренностей там, ну, внутренних органов не было. No. No. Three cables, thick like this. Три толстых кабеля. One, вот такой. Один. Two. Второй. Three. Третий. Full of electric power. It was going. Полные такие электрического напряжения, так все так гудело так. Эй! And the Lord said, и Господь сказал, I wanted to show you what is in you. Я хочу показать тебе, что в тебе. He told me, I want you to see Он what говорит, is я in хочу, чтобы ты увидел, power! Что внутри тебя. Сила. Power! Сила. Yeah. Да. You see, there's a lot of power in us. Знаете, в нас очень много силы. But you don't know how powerful you are. Ты просто не знаешь, насколько Till ты сильный. Step out. До тех пор, пока ты не сделаешь шаг, пока ты не сделаешь шаг, ты не увидишь, сколько силы дал тебе Бог. Аллилуйя! Anointed Ukrainians. Помазанные украинцы. God has given you a lot of power. Бог дал нам много силы. One of my pastors. Один из моих пасторов. He said. Он сказал. He said when he sees Bishop Andre. Он говорит, когда он видит епископа Андрея. He doesn't understand what he's saying. Он не понимает, что он говорит на русском. But he can feel. Но он может a lot of anointing. Чувствовать сильное помазание. It's true. Это правда. Listen to me, my friend. Послушайте меня, друзья. God has given you a lot. Бог дал вам много. What are you doing with it? А что вы с этим делаете? Parties. Праздники. Happiness. Счастье. Only Ukraine. Только Украина? No! Нет. Ukraine is not the only thing. Украина это не единственное. Go ye into all the world. Идите по всему миру. I will pour out my spirit. Я изолью Духа Своего. You will be witnesses. Вы будете свидетелями. In four places. В четырех местах. Before you die. Перед тем, как ты умрешь. You must cover all the four. Ты должен пройти все четыре места. Jerusalem. Иерусалим. Judea. Иудея. Samaria. Самария. And the uttermost parts of the earth. И до края земли. Before you die. Перед тем, Before того, как you ты die. Умрешь. До того, как ты умрешь. Before you finish. До конца своего жизненного пути. These are the four phases of your ministry. Это четыре фазы твоего служения. Everybody.
каждого человека. If you want to stay in Jerusalem, если ты хочешь оставаться только в Иерусалиме, the work in Jerusalem will never finish. The work in Jerusalem работа will never в Иерусалиме finish. Никогда не закончится. Oh, yeah. Да. When you move to Judea, there will be unfinished work in Jerusalem. Когда ты пойдешь в Иудею, в Иерусалиме еще будет что делать. When you are moving from Judea когда to Samaria, ты из Иудеи перейдешь в Самарию, there will be unfinished work in Judea. То в Иудее также останутся незаконченные дела. When you are moving from Samaria to the ends of the earth, there will still be people in Samaria who are not saved. Пойдешь из Самарии до краев земли, то в Самарии еще останутся неспасенные люди. Follow God's timetable. Но следуй Божьему графику. Frenchman. Французский. German. Француз, Italian, немец, итальянец. Spanish. Испанец. Belgium. Бельгиец. English. Англичанин. Look like all of them. Он выглядит как каждый из них. Full of power. Полный силы. Full of anointing. Полный помазания. Hey. Lift your hand and receive boldness. Поднимите руки и принимите смелость. Boldness. Смелость. Boldness. Смелость. Boldness. Смелость. Boldness. Смелость. Jesus. Иисус. Give us boldness. Дай нам смелость. To do what you want us to do. Сделать то, что ты хочешь. To go where you want us to go. Пойти туда, куда ты хочешь, чтобы to мы пошли. To obey you, Lord. Подчиниться тебе, Господь. To do new things. Делать новые дела. That you tell us to do. Которые ты говоришь Give нам. Give us boldness. Дай нам смелость. In Jesus' name. Во имя Иисуса. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Give the Ukrainian church boldness. Дай украинской церкви смелость. I ask in Jesus' name. Я прошу во имя Иисуса. Thanks a million for your power. Огромная благодарность тебе за твою силу, that is released in us. Которая высвобождается в нас in Jesus' name. Во имя Иисуса. Amen. Аминь. Аллилуйя. 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 Вау. Аминь. Аминь. Turn with me. Откройте вместе со мной. To I want to share with you just something short. I've already. Я очень. How many realize God has already spoken to you? Кто из вас понял, что Бог уже проговорил к вам? Tonight, tonight. Сегодня. Yeah. That's the final step to the anointing. Это последний шаг к помазанию. But I want to share with you on something very wonderful. Но я хочу поделиться с вами чем-то замечательным. Fulfill your ministry. Исполни свое служение. Just a short message. Короткая проповедь. Colossians chapter 4 verse 17. Колоссянам 4 глава 17 стих. Say to Archippus. Speak to Archippus. Say to Archippus. Скажи Архипу. Архипу, okay. Да. Архипу. Архипу. Угу. Take heed to the ministry, Архипу. Смотри, Архип, чтобы исполнить тебе служение, which thou hast received in the Lord, that thou fulfill it. Которое принял ты в Господе, чтобы тебе его исполнить. Say to Archippus. Скажите Архипу. Архипу. Fulfill your ministry. Исполни свое служение. Wow. Wow. Today you are Архипу. Сегодня ты этот Архип. Hey. You are all Архипу. Вы все Архипы тут. Архипус. And Jesus is saying to every one of you, И Иисус говорит каждому из вас, Архипы. Fulfill your ministry. Исполните свое служение. Imagine. Представьте себе. That your eyes are open now. Что сейчас твои глаза откроются. Suddenly. И внезапно. Jesus appears here. Иисус появится здесь. And he points to you. И он показывает на тебя. And he says. И говорит. Make sure you fulfill your ministry. Позаботься о том, чтобы исполнить свое служение. Make sure. Позаботься о том, чтобы исполнить свое служение. Make sure. Позаботься об этом. You finish it. Что ты закончишь его. One day I went somewhere to wait on the Lord. Однажды я отправился в одно место, чтобы там провести время в личном общении с Богом. I had other things I was going to pray about. У меня были и другие молитвенные нужды. Suddenly I heard the voice of the Holy Spirit. И внезапно я услышал голос Духа Святого. He said to me, и он мне сказал, pray, молись, that you will finish your ministry. Чтобы ты закончил, завершил свое служение. Hey, hey. I was frightened by that prayer. Меня это напугало. Pray, молись, that you fulfill, чтобы ты исполнил your ministry. Свое служение.
Turn with me to 2 Timothy chapter 4. Давайте откроем сейчас 2 Тимофею 4 глава 5 стих. But you be sober in all things. Но ты будь бдителен во всем. Endure hardship, do the work of an evangelist, and fulfill your ministry. Переноси скорби, совершай дело благовестника и исполняй служение твое. Wow. Wow. Ask Bishop Andre. Спросите епископа Андрея. Celebrates his birthday tomorrow. Который завтра празднует свой день рождения. I have one prayer for him. У меня одна молитва за него. That he will fulfill his ministry. Чтобы он исполнил свое служение. Amen. Аминь. As you are here today, и вы сегодня, находясь those of you on the other side, те из вас, кто в другом listen зале, carefully. Слушайте внимательно. If Jesus was to stand here, если бы Иисус стоял здесь, he will have a message to every pastor, у него было бы послание каждому пастору, every Ukrainian, каждому украинцу, everybody who calls himself a believer and a worker, каждому, кто называет себя верующим и служителем, and he would say to you, он бы сказал тебе, make sure, позаботься, you fulfill, чтобы ты your ministry, исполнил свое служение. Don't die, не умри, without fulfilling it, не исполнив свое служение. Yeah. Да. During the Second World War, во время Второй мировой войны, the Japanese were fighting with the Americans. Японцы воевали с американцами. They were not, Japanese were not allowed to surrender. И японцам нельзя было сдаваться в плен. I watched a film. Я смотрел один фильм. The Japanese gave the instruction, says, "You, we cannot surrender. We are going to die." Где один японец дает команды другим, и он говорит: "Мы не можем сдаться в плен, мы все умрем." Before you die, перед тем как ты умрешь, make sure you kill 10 Americans. Позаботься о том, что ты убил 10 американцев. You are not permitted to die without тебе killing 10. Нельзя умирать, прежде чем ты не убьешь 10 американцев. Hey. In the war. На войне. When they were fighting. На войне, когда японцы воевали. Listen. Послушайте. You are not permitted to die until you finish your ministry. Тебе не разрешено умирать, прежде чем ты исполнишь свое служение. Amen. Amen. Now let me share with you позвольте мне поделиться how с вами to fulfill your ministry, тем, very как briefly. Исполнить свое служение. Number очень one, кратко. Первое. Follow the love of God, the love that you have for God. Следуй за той любовью к Богу, которая у тебя есть. Amen. Amen. 2 Corinthians chapter 4, verse 1. Второе послание Коринфянам 4:1. 2 Corinthians chapter 4, verse 1. Второе Коринфянам 4:1. Follow the love. Следуй любви. Amen. Аминь. The love, любви, that you have, которая у тебя есть, for God, к Богу. 2 Corinthians 4, verse 1. 2 Коринфянам 4:1. Read it, please. Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем. Аминь. How many realize God has shown you great love? Кто из вас понимает, что Бог проявил к вам великую любовь? God has been kind to you. Что Бог благ к вам? Follow your love. Следуй за той любовью. If you follow love, если ты следуешь за любовью, you will fulfill your ministry. То ты исполнишь свое служение. Amen. Аминь. You follow your, the love you have for God, если ты будешь следовать той любви, которая у тебя есть к Богу, то ты исполнишь служение. Without loving God, не любя Бога, and thinking about what has been done for you, не размышляя о том, что Бог для тебя сделал, you cannot really serve God well. Ты на самом деле не сможешь хорошо послужить Богу. Amen. Аминь. One day I was driving my car. Однажды я ехал на машине. And on a journey. Это был путешествие. And I began to think of how Jesus loved me. И я начал размышлять о том, как Бог любит меня, как and Иисус died любит for меня, me. Что Он умер за меня. And I felt so much love for God. И я такую любовь к Богу and ощутил. I started to cry. Начал плакать. My wife was sitting by me, and I didn't want her to see me crying. Жена сидела рядом, я не хотел, чтобы она видела эти мои слезы. And I held the steering wheel, but my eyes were filled with tears. И я держал руль прямо, но у меня глаза были наполнены слезами. I felt God had been kind to me. Я чувствовал, насколько Бог благ ко мне, насколько Он добр. I should have been dead. Я уже должен был погибнуть. I should not have been a Christian. Я вообще не должен был быть христианином. But here I am. Но вот я. Saved. Спасенный. And I wanted to do anything for God. И я готов все, что угодно сделать для Бога. Not for money. Не ради денег, but because I love him, но потому что я люблю его, because he's loved me, потому что он полюбил меня. Hallelujah. Hallelujah.
Do you love God? Любишь ли ты Бога? Do you love God? Любишь ли ты Бога? Has God been kind to you? Разве Бог не был благ тебе? Has God saved you? Бог разве не спас тебя? What are you going to do? Что ты будешь делать? In response. В ответ на это. Follow the love. Следуй за любовью. And you will start to fulfill your ministry. И ты начнешь исполнять свое служение. Hallelujah. Hallelujah. Many people. Многие люди, do not love God, они Бога не любят the way he loved us. Так, как Бог их полюбил. And you must love God. И ты должен любить Бога. Strongly, очень сильно. Deeply. Глубоко. One day, one of my pastors, однажды один из моих пасторов, he told me, он мне сказал, he said, I was an armed robber. Он говорит, я был грабителем in South Africa. В Южной Африке. He's a South African. Он южноафриканец. He said, every one of my friends is dead. Он говорит, к данному моменту все мои друзья мертвы. All my friends are dead. Все мои друзья мертвы. Only person in my group who is alive. Я единственный из этой группы, кто остался в живых. Here I am. И вот я. Serving God. Служу Богу. And I ask him, what else would you do now? И я спрашиваю, что бы еще ты делал? God has been good to you. Бог был благ к тебе. God has saved you. Бог тебя спас. How can I say thanks? Как мне сказать за это спасибо Ему? Как ты можешь сказать Ему спасибо Богу за то, что Он сделал для тебя? Как ты можешь Его поблагодарить, чем, больше, чем ты отдашь Ему самого себя? Your destiny твоя судьба, is fulfilled твое предназначение when you follow your love for God. Исполнится, когда ты будешь следовать за, любви, за любовью к Богу. Апостол Павел сказал in 2 Corinthians 5, второе послание Коринфянам в 5 главе, the love of Christ constrains me. Он говорит, любовь Бога, она направляет меня. Wow. Wow. Amen. Аминь. Your first deviation твое первое отклонение происходит, when you turn away from love. Когда ты отворачиваешься от любви. Amen. Аминь. In Revelations, в книге Откровения, chapter 3, в третьей главе, he said, you have left your first love. Он говорит, ты оставил свою первую любовь. Revelations chapter 2, verse 4. Это Откровение 2, 4. He said, remember the first love. Он говорит, вспомни твою первую любовь. From where you have fallen. Вспомни, откуда ты не спал. Revelations 2, 4 and 5. Can you read it, please? Откровение 2, 4 и 5. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. First love, первая любовь, is your first love. Это первая любовь. It leads to certain works. Она ведет тебя к определенным действиям. As soon as you put aside your first love, и как только ты откладываешь, отдвигаешь в сторону первую любовь, your works change. То твои дела, твои поступки меняются. When I met my wife in university, когда я познакомился со своей женой в университете, she was my first love. Она была моей первой любовью. My wife is my first love. Моя жена – это моя первая любовь. When you have first love, когда у тебя есть первая you are любовь, full of dreams, ты полон мечтаний, zeal, ты полон стремления, passion, страсти. Hey! Hey! I could travel far to visit her. Я мог далеко-далеко ехать, чтобы только встретиться с ней. In the night. Поздно вечером. Anywhere. I once took a plane that was like a box to visit her. Я был готов последним залезть в самолет, который уже забит до отказа, только чтобы полететь туда, где я встречусь с ней. It's one of the oldest planes in the world. Это один из самых старых самолетов в мире, который долетает. My first love that I had did not make me think about danger. Но моя первая любовь, которая меня направляла, не позволяла мне даже думать об опасности. When you have first love, когда у тебя первая любовь, you are full of zeal. Тогда ты полон стремления. Nothing is dangerous. Тогда ничего для тебя не представляет опасности. Your boy will tell you, we are going here, and you say, let's go. Кто-то тебе скажет, давай поедем туда. Ты говоришь, да, конечно, поехали. That's first love. Это первая любовь. When your first love is gone, а когда первой любви нет, and you are now left with old love, тогда остается старая любовь.
You see, you are not prepared to do anything. Тогда ты уже не готов делать все, что угодно. You don't want to go anywhere. Тогда ты уже не хочешь куда-то ехать. You don't want ехать. To make any extra effort. Ты не хочешь уже прилагать дополнительные усилия. Jesus said, "Repent." Иисус сказал: "Покайся." And go back to your first love. И вернись к своей первой любви. And do the first works. И делай первые дела. The works of a lover. Дела человека, который любит. Amen. Аминь. Many of us, многие из нас, our works are the works of a businessman. Наши дела – это дела бизнесмена. Yeah. Да. Not the works of a lover. Это не дела человека, который любит. The works are works of calculations. Это наши дела, основанные на расчете. What will I get? А что я получу? What will I lose? А что я потеряю? But when you are in love. Но когда ты любишь. First love. Когда у тебя первая любовь, you are flowing. Тогда ты течешь. Anywhere. В любое место готов. Anytime. В любое время. Anything. Все, что угодно. When you don't have first love, а когда первой любви нет, somebody will say, let's do this. Кто-то тебе скажет, давай сделаем вот это. Too much calculation. Слишком сложно. The church has left its first love. Церковь оставила свою первую любовь. No more is God number one. Больше уже Бог не номер один. God is number seven. Бог уже номер семь. That is why the works of the church are different today. Вот почему сейчас дела церкви совсем другие. What are the works of the church of God today? Какие дела церкви сегодня в наше время? Going on television. Быть на телевидении. As pastors. Пасторам. Teachings. Учение. Teaching upon teachings. Учение за учением. Hey. Hey. We have more teaching than you can even imagine. Fill the whole room with books. У нас больше учения, чем этими книгами можно было бы заполнить весь зал. When we had love for God. Когда у нас есть любовь к Богу. People went all over the world. То люди готовы ехать по всему миру. All over. По всему. If I come to Ukraine and I fall in love with a young lady here. If I came to Ukraine and I fell in love with a young Ukrainian lady. Если бы я приехал в Украину и влюбился бы в молодую украинку. And let's say I was not married. Предположим, я не женат. I'm not married. Приехал в Украину, полюбил украинскую девушку. And I fall in love. Can you stand up, please? Встань, пожалуйста. This young beautiful lady. Полюбил бы вот эту прекрасную молодую девушку. And she says she loves me. Она бы сказала, что она тоже любит меня. And I tell her, I'm taking you to my jungle. И я говорю, я тебя повезу в свои джунгли. In Africa. В Африку. Do you think she will come? Как вы думаете, она бы согласилась? Do you think she will come? Как вы думаете, согласилась бы? А? To the jungle? В джунгли. Do you think she will come with me? Поехала бы со мной? Да or no? Да или нет? Yes. Да. She will go anywhere. Она бы в любое место поехала. Because she's in love with me. Потому что она влюбилась в меня. Wow. Wow. First love. Первая любовь. She will say, "Oh, I'm in love with Bishop Doug." Она бы сказала: "О, я так люблю епископа Дага." I'm going to the jungle. Я в джунгли с ним еду. And this pastor will warn her and say, "There are a lot of snakes." А пастор вот этот бы и сказал: "Слушай, там змеи." She will say, "Don't worry about сказала, the snakes." Да что ты эти змеи? Hey. Hey. This pastor will warn her and say, "There are lions and tigers." Этот бы пастор сказал: "Слушай, там львы и тигры." And what will you say? А ты бы что сказала? А? What is warned about lions and tigers? Он бы тебе сказал: "Там львы и змеи, там, ну, что бы ты сказала?" Ну и что, я поеду. So what? I will go anyway. You see, she's going whether there's lions or tigers. Видите, готова даже туда, где львы и тигры. So she's in love. Потому что она влюбилась. So what? So what? Ну и что? Why? Ну и что? Why? И чего? That's first love. Это первая любовь. If somebody wants her, there are mosquitoes. Кто-то бы сказал, там комары. What would you say? А ты бы что сказала? Ничего страшного. Nothing special, nothing dangerous. Nothing special, mosquitoes. Да что там комары? Wow. Wow. If they tell her, there is danger of Ebola virus. Там Ebola. Бы сказали, там это лихорадка Эбола. What would you say? А ты бы что сказала? Ну, говори. Я по
поехала. I would go anyway. She would go with me to Ebola virus. Она все равно бы поехала, даже пускай Эбола там. Look at that. Посмотрите. Why? Почему? Why? Почему? Why? Почему? Because of love. Из-за любви. Love. Любовь. Love determines the works you do. Любовь определяет то, что ты делаешь. Look at the church today. Посмотрите на сегодняшнюю церковь. We will not go here. Мы сюда не едем. We will not go there. Туда не едем. We will not go anywhere. Никуда не едем. We will not do anything. Ничего не делаем. It is dangerous. Это опасно. It is far. Это далеко. It is frightening. Это пугает. There is no love. Любви нет. We have love for ourselves. Мы сильно себя любим теперь. I tell you, when you meet somebody, но ты, когда ты встречаешь кого-то, you, кто любит тебя, she will say, oh, она готова сказать, о, Ebola, Ebola, mosquito, комары, lion, львы, anaconda, anaconda, no problem, никаких проблем, it's not a problem, не проблема. I love you. I will go with you. Я тебя люблю. To the ends of the earth. Я с тобой до края земли. Wow. Wow. When the church comes back to its first love. Когда церковь вернется к своей первой любви. The church will say. Церковь скажет. Anaconda. Анаконды. Mosquito. Комары. Lion. Львы. Tiger. Тигры. Anaconda. Анаконды. Ebola. Эбола. No problem. Никаких проблем. No problem. Никаких проблем. No problem. Никаких проблем. I love my Jesus. Я люблю своего Иисуса. I love my Jesus. Я люблю своего Иисуса. I will go to the ends of the earth. Я поеду до краев земли. I will die for my Jesus. Я умру ради своего Иисуса. I will die in the jungle. Я умру в этих джунглях, потому что я люблю Иисуса. Я люблю его. Я люблю его. Я люблю его. Я люблю Иисуса. Я люблю Иисуса Христа. I will go anywhere. Я поеду в любое место. I will go anywhere. Я поеду куда угодно. I will go anywhere. Куда угодно. Yeah. Love for God has gone away. Любовь к Богу ушла. We are in great danger. И мы в большой опасности сейчас. Of dying. Умереть, without fulfilling не исполнив our ministry, свое служение and our first works, и свои первые work дела, that comes out of love, дела, которые love исходят из любви к who нему, loved us, кто полюбил нас, who cared for us, который заботится о нас, died on a tree, который умер на кресте for us, за нас. We have all type of reasons, у нас всякие причины excuses, находятся, всякие оправдания, discussions, всякие дискуссии, analysis, анализ about God. О Боге. May your love, пусть твоя любовь, come back, вернется, stronger, сильнее. Your love for him, пусть твоя любовь к нему, for him, к нему, who died for you, который умер за тебя. May that love be revived, пусть эта любовь оживет, and may that love guide you, и пусть эта любовь направляет in тебя Jesus name. Во имя Иисуса. Amen. Аминь. Hallelujah. God bless you. You may be seated. Бог да благословит тебя. Садись. Come. Ну, иди. А, вы садитесь. Вы садитесь, она нет. Isn't she sweet? Разве она не милая? I said, isn't she sweet? Разве она не милая девушка? That's how you used to be. Вот такими вы были. You used to be sweet. Вы были такими милыми. Come, my dear. Isn't she cute? Разве она не красивая? That's how you used to be. Вот таким ты был. You used to be cute. Ты был таким красивым. And sweet. И милым. As a church. Как церковь. Yes. Да. As a people. Как народ. Is she not obedient? Anything I say, come. Разве comes. Она не послушная? Я говорю, you used сюда. To be like that. И вы такие же были. God used to call you, come. Бог тебя звал, говорил, иди. And you come. И ты шел. Now, а теперь, when he calls you, Бог тебя зовет. There. There's a distance between you and Jesus. И уже между тобой и Иисусом расстояние. No more close. Больше нету близости. No more close. Больше нет близости. Isn't she obedient? Разве она не послушная? Come nearer. Иди сюда. Is she not obedient? Разве она не послушная? Lean your head on me. Lean your положи голову мне на плечо. That's how you used to be. Вот таким был ты. You used to trust Jesus. Ты доверял Иисусу.
and lean on him, lean on me. Ты полагался на Иисуса. That's how you were. Вот таким ты был. Now you don't trust him. А теперь ты ему не доверяешь. Like you just stand separate. Стой прямо, стой прямо. This is how you become. Вот таким ты стал. At first you were close, lean on me. Lean on me. Сначала ты полагался на него. Is she not sweet? Разве это не мило? Is she not loving? Разве она не любит? Is that not how Jesus, how you, how we were as a church? Разве не такими мы были как церковь? When he says go here, когда Иисус говорил иди you go, туда, when he says come here, Иисус you говорил, come, приди сюда, when he says give your life, you Иисус give. Говорил отдай свою жизнь, ты отдавал. My church, I beg you. Церковь, я умоляю тебя. I feel. Я чувствую. One day I told somebody, I feel sorry for God. Однажды я кому-то сказал, знаешь, мне жалко Бога. It's like people don't love God. Как будто бы люди утратили любовь к нему. As much as he loves the people. They don't like God. As much as God loves. Они больше не любят Бога так, как Бог любит их. Уже это уже неравные отношения. We don't like him much. Мы не так любим его. It's like he stretched out his hand. Как будто он протягивает нам руку. А мы уже не настолько хотим его. Мы как-то воспринимаем Бога как что-то опасное, что Бог какую-то опасность представляет для нас. Когда ты вернешь свою первую любовь, ты исполнишь свое служение. Спасибо тебе. Wow. The next thing for you to fulfill your ministry is следующее, separation. Чтобы исполнить свое служение, это отделение. Separation. Отделение. Deuteronomy chapter 10 verse 8. Книга Второзакония, 10 глава, 8 стих. I'm preaching from my new book called Fulfill Your ministry. Это я проповедую своей новой книге, которая называется «Исполни свое служение». Fulfill исполни свое служение. Through separation. Через отделение. Deuteronomy chapter 10. Второзаконие, глава 10. Verse 8. Стих 8. At the time the Lord separated the tribe of Levi to bear the ark of the covenant and to stand before the Lord to minister. В то время отделил Господь колено Левиина, чтобы носить ковчег завета Господня, предстоять пред Господом служить Ему. God is in the business of separating people. Господь отделяет одних людей от других. Amen. Аминь. Romans chapter 1, verse 1. Послание Римлянам, 1 глава, 1 стих. Read it. Romans chapter 1. Verse number one. Римлянам 1:1. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божьему. Paul, Павел, a servant, раб, called, призванный, to be separated, чтобы быть отделенным. Why do you want to be with everybody? Почему ты хочешь быть со всеми? You cannot fulfill your ministry with others. Ты не сможешь исполнить свое служение, будучи с другими. You must accept God separating you. Ты должен принять то, когда Бог отделяет тебя. From the crowd. Отделяет тебя от толп людей. In order to fulfill your ministry, для того, чтобы исполнить свое you must служение, accept ты должен принять to be separated. Факт, то, что ты будешь отделен, and put on the side, что ты будешь отодвинут в сторону, as a different person, как другой человек, you have to accept it. Ты должен это принять. If you don't want to accept being separated если from your brothers, если ты не хочешь принимать то, что ты будешь отделен от братьев, if you don't want to be accept being separated from your family, если ты не хочешь принять то, что ты будешь отделен от своей семьи. If you don't want to accept being separated from your country, не хочешь принять то, что ты будешь отделен от своей страны, you cannot and you will not fulfill your ministry. Ты не сможешь и не исполнишь свое служение. Yeah. Да. There is no ministry without separation. Нет служения без отделения. Acts chapter 13 verse 2. Книга Деяний, 13 глава, 2 стих.
As they ministered to the Lord and fasted, the Holy Ghost said, "Separate me, Barnabas and Saul, for the work that I have called them to do." Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: "Отделите мне Варнаву и Павла на дело, к которому я призвал их." Separate. Отделите. You see these people on the bench here? Видите этих, которые сидят на скамейке? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шесть человек. Whenever God is going to use you, когда Бог хочет использовать тебя, Он берет одного человека, выводит его из группы и отделяет. Бог постоянно отделяет людей и говорит: «Я хочу использовать тебя из всей этой группы». Посмотрите Библию. Во всей Библии. He says, separate. Он говорит: отделите. Separate Paul and Barnabas. Отделите Павла и Варнаву. Separate the Levites. Отделите левитов. Paul separated. Павел отделился. A called person is separated. Призванный человек, он отделенный. When God called Abraham, he said, "Come out of your family." Когда Бог призывал Авраама, он сказал: "Выйди из своей семьи." But he took Lot with him. А он с собой Лота взял. God will pick you out. Бог выберет тебя. Come. My friend, иди сюда. Out of the group. Из всей группы. You even don't understand why. Ты даже не понимаешь, зачем, почему. Come. Иди сюда. And put you there. И Бог ставит тебя сюда. But sometimes when people God is separating, you say, no, I want to be with my people. Go back. Но иногда люди, когда Бог начинает их отделять, no, люди, I like this role. Люди говорят: нет, я хочу быть со своими людьми, мне нравится этот ряд. И он остается. He wants to be with these people. Он хочет быть с этими людьми. Yeah. Да. You have to accept to be different. Ты должен принять то, что ты будешь другим. When God is using you, когда Бог использует тебя, ты должен это принять. Everybody is doing something, если все что-то делают, and you are separate, а ты отделенный, don't let it bother you. Пусть это тебя не беспокоит. To fulfill your ministry, you always be different. Чтобы исполнить свое служение, ты всегда будешь отличаться от других людей. God will pick you. Бог выберет тебя from the rest of your friends. Посреди всех своих друзей. Country, иногда заберет тебя из твоей страны separate, и поставит тебя отдельно. Even wonder. И ты будешь думать. Look in your family. Посмотри на свою семью. Most of the time one person is called. Чаще всего один человек в семье призван. Out of your brothers and sisters. Среди братьев и сестер. And the rest are not called. А остальные не призваны. And you see that you stand alone. И ты видишь, что ты одиночка, что ты не с ними, ты один. Amongst the drug addicts, you see God called you. И среди всех наркоманов Бог выбрал тебя. Separated you. Отделил тебя. He loved you so much. Он так полюбил тебя. And put you aside. Что он отвел тебя в сторону. Wow. Wow. What an honor. Такая честь. What an honor. Это такая честь. To be separated like this. Быть Look at this. Отделенным. He's alone. Смотрите, он один. His friends are there. Все друзья его там. Why do you want to go back? А зачем же тебе возвращаться? Why do you want to be like everyone else? Почему else? Ты хочешь вернуться и быть таким, как все остальные? Maybe God wants you to go to Africa to learn how to speak English. Может быть, Бог хочет тебя отправить в Англию, в Африку, чтобы ты выучил английский. But you want to be like everybody. А ты хочешь быть как все остальные? Maybe God wants to send you outside. Бог хочет послать тебя куда-то в другое место. You want to be like everybody. А ты хочешь быть как все другие? There is no calling without being separated. Нет призвания без того, чтобы не стать отделенным. Look at what I'm preaching. Посмотрите, о чем я проповедую. I met a lady. Я встретил одну женщину. She told me. Она мне сказала. She said she's the wife of a big bishop of a big church. Она жена епископа большой церкви. She said, when I heard you preaching, она сказала, когда я услышала твою проповедь, I was surprised that there was somebody left in this world who preaches the topics you are preaching. Она говорит, я удивилась, что еще в нашем мире остались проповедники, которые проповедуют о том, о чем ты говоришь. I don't care. А мне все равно. If you don't like what I preach. Если тебе нравится тебе, что я проповедую, God separated me. Бог отделил меня. Made me odd. Бог сделал меня странным. I accept it. Я это принял. Yeah. Accepted. Я это принял. In my class, в своем классе. 55 of us, we became doctors on the same day. 55 человек должны были стать врачами в один и тот же день. 55. Everybody went. Все medicine. Все пошли в медицину. I came out. А я вышел оттуда. Ministry. В служение. I don't mind.
А мне все равно. In Ghana, в Гане people who are my color, they don't go to church. Люди моего цвета кожи в церковь не ходят в Гане. People who are my color, люди моего цвета they кожи don't go to church. Они в церковь не ходят. Yeah. You don't have people my color. They go to nightclubs. Они ходят в ночные клубы. Drinking, smoking, пьют, курят, drugs, наркотики, все что угодно, но не церковь. I've always been odd in the church. Я всегда выделялся в церкви. Yeah. Да. Yeah. Да. God took me out. Бог забрал меня. Come. Бог вывел меня. Further and further away. И ведет меня все дальше и дальше. This is your old group, those guys. Can you stand up so they see? Дайте, встаньте, чтобы вас видно было. То нас this сидит сбоку. Это твои старые друзья. This where you used to be. Это ты там был. You were just like them. Ты был такой же, как они. Accept it. Принимай это. Don't rush back. Не надо торопиться назад. Otherwise you will not fulfill your ministry. Иначе ты не исполнишь свое служение. Accept. Прими. You see Jews? Jews? Евреев видели, они всегда отличаются от других людей. Вот такими должны быть люди призваны, они всегда другие. Теки в этом, принимай это. Stay separate. Оставайся отделенным. Flow. Теки. You will fulfill. Even if your message is a lonely message. Даже если у тебя послание твое выражает твое одиночество, это ничего. Stay. Останься в этом. Stay. Оставайся. Flow. Теки. Love God. Люби Бога. And be separate. Будь отделенным. You fulfill 90% of your ministry. Ты исполнишь 90% твоего служения. Yeah. Да. God bless you, brother. Бог да благословит тебя, брат. You can go back to the Можешь group. Вернуться на свое место. You see now. Clap for him. He doesn't want to go back. Все, не хочет возвращаться назад. He has accepted. Он это принял. He has accepted Он it. Это принял. He has accepted it. Он это принял. He has been separated. Он отделился. Hallelujah. Hallelujah. Wow. Where's my iPad? Mercy. The next one. Следующее. You must fulfill your ministry through your call. Ты исполняешь свое призвание, свое служение через призвание. Hallelujah. Hallelujah. You must fulfill your ministry through the call of God. Ты должен исполнить свое служение через God призыв has many ways Божий. Of calling you. У Бога есть много способов призывать тебя. Number four, you must fulfill your ministry through the mission God gives to you. Через следующее, ты должен исполнить свое служение через миссию, которую Бог тебе поручил. God gives you assignments. Бог дает задания. Our brother here who started his ministry in Cambodia, China, this is not your real ministry. This is just a mission. Наш брат Антон, который начал свое служение и был уже в Китае, в Камбодже, это не твоя миссия, это шаги на пути к твоему настоящему призванию. When you are 30 years old, когда тебе будет 30, you will have entered тогда ты войдешь your real ministry. В свое настоящее служение. Yeah. These are missions. Это миссии. These are missions. Миссии, to test you, чтобы проверить тебя, to see. Чтобы посмотреть. Before the disciples were anointed, Jesus was always sending them, go. Перед тем, как Иисус помазал апостолов, Он посылал их, говорит, пойдите туда, сделайте то, пойдите и исполните это. Do some food. Приготовьте еду. Gather the crumbs. Соберите крошки. Go and prepare the way for me. Пойдите, приготовьте мне путь. Don't reject any work you are given in the church. Не отказывайся ни от какой работы, That's которую тебе God. Дают церкви, потому что это oh, Божий yes. путь. Any это Божий mission, призыв. Anything. Все, что угодно, любая Just миссия. Do it. Просто делай это. Don't be afraid of failing. Не бойся, что ты потерпишь неудачу. Sometimes Иногда God sends you to do something that He knows will not work. Иногда Бог посылает тебя сделать что-то, и Бог знает, что это не сработает. Hey. Hey. God sends people to do things which will fail, and He knows it will fail. Бог посылает людей делать что-то, и Он знает, что человек потерпит неудачу, и Бог знает об этом уже все. God told Moses, "Go and tell Pharaoh to let my people go." Бог сказал Моисею, пойди скажи фараону, отпусти мой народ. And He told Moses. И Он сказал Моисею. Moses will say, Pharaoh will not allow. Фараон вас не отпустит. I know he will not allow. Я знаю, что он вас не отпустит. Go. Он говорит, пойди, it will fail. Пойди и скажи. 10 times it will fail. 10 раз ты потерпишь неудачу. But I'm sending you. Но я посылаю тебя. If God sends you to do something that fails. Если Бог
посылает тебя сделать что-то. Sometimes it is to test your heart. И это терпит неудачу. Это иногда для того, чтобы проверить твое сердце. See whether you'll be obedient. Будешь ли ты послушен ему? I sent one of my missionaries. His church did not work. Я отправил одного из своих миссионеров в церковь, у которой дела были плохо, и он не справился, церковь развалилась. Я сказал ему, не переживай, но ты был верным, и настанет время, когда все у тебя получится. Не бойся. Не бойся. Отправиться исполнять какую-то миссию, исполнять какое-то задание, которое Бог дает тебе. Аллилуйя. И последнее. The purpose of God. Цель Божья. What is the reason? Какова причина? You must find out. Ты должен найти, Why? Открыть, выяснить. Why? Для чего? Why did God raise you up? Для чего Бог поднял тебя? Proverbs chapter 16, verse 4. Притчи, 16 глава, 4 стих. The Lord has made everything for its own purpose. Все сделал Господь ради себя. Все сделал Господь для своей цели. As you find out, и когда ты узнаешь Божью цель, тогда ты понимаешь, как тебе действовать в твоем служении. Вау. I'm finding out more about my purpose. Я больше узнаю сейчас о своей цели. That's why I'm not trying to preach miracles to you now. That's not my purpose of being here. Вот почему я сейчас не проповедую вам о чудесах, потому что не в этом моя цель. That's why I hardly write books for Christians. Вот почему я редко пишу книги для христиан. Mostly for ministers. В основном для служителей. I'm finding my purpose. Я открываю свою цель. The more you find the reason. И чем больше ты выясняешь причину. Why God telling you to do something? Почему Бог говорит тебе делать что-то? The more you become, you go towards fulfilling your ministry. Тем больше ты приближаешься к исполнению твоего служения. Even my crusades. Даже в мои крусейды. God spoke to me. Бог проговорил ко мне. And told me. Бог сказал мне. It's because of the books. Это благодаря книгам. It will expose the ministry more. Книги больше открывают служение. So when I'm going to have a crusade and the books are not ready, I don't go. И когда я еду проводить крусейд, а книги не напечатаны, я не еду. There is a reason. Потому что есть причина, почему Бог призывает тебя или Бог отправляет тебя куда-то. Ты должен знать Его цель. God, Proverbs 16:4 says, God has created everything for His purpose. Притчи 16:4 говорит, Бог все сделал ради своей цели. Why are we gathered here? Для чего мы собрались why, здесь? Why did Bishop Andrei invite me here? Для чего епископ Андрей пригласил меня сюда? To do what? Делать что? There is a reason. Есть причина for this meeting. Этого служения. There is a reason. Есть причина for separating you. Отделить вас. There is a reason. Есть причина for loving you. Любить вас. Why? Зачем? When you get to know his reason. Когда ты понимаешь его причину, then you start to flow. Тогда ты начинаешь действовать, двигаться в его цель. Isaiah chapter 14. Книга пророка Исаии, 14 глава, 26 стих. It says. Здесь говорится. The Lord has purposed. Who shall disannul it? 27 стих. Ибо Господь Савов определил, и кто может отменить это? Isaiah 46, verse 10. Исаии 46, 10. My purpose will be established. Isaiah 46, verse 10. Мой совет состоится. 1 John chapter 3, verse 8. 1 Иоанна 3, 8. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. This is the reason. Для этого, по этой причине, с этой целью, явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Yeah. Да. This is the reason. Это причина. Why? Do you know the reason why God has raised you up? Знаете ли вы причину, по которой Бог поднял тебя? Do you know the reason why God has raised you up? Знаешь ли ты причину, по которой Бог поднял тебя? Yeah. One day the Holy Spirit showed me, he said, there was a missionary organization from Basel in Switzerland. Однажды Бог показал мне, была миссионерская организация в городе Базель в Швейцарии. That sent missionaries all over the world, including Ghana. Которая отправляла миссионеров по всему миру, включая Гану. One day I went on a march in Switzerland with my churches. Однажды мы провели такой марш всех наших церквей в Швейцарии.
My mother comes from Basel. Моя мама из города Базель. That's where I come from, Basel. Вот оттуда я родом. The Lord showed me that Basel mission. Anointing. That is the anointing you are carrying to continue the work of the Basel mission. To send missionaries to the whole world. Ты теперь несешь это помазание этой базельской миссии, чтобы проповедовать, чтобы делать то, что они делали по всему миру. It was the Basel missionary that sent missionaries to Malaysia, Ghana, Nigeria, all over the world. Эта миссия из Базеля посылала миссионеров по всем странам, в Малайзию, в Нигерию, в Гану, в другие страны. That's where I come from. Вот оттуда я. Yeah. Да. Now there's no more Basel mission. Сейчас closed. Ее больше не существует, она уже закрылась. But I'm still sending missionaries all over the world. Но я продолжаю посылать миссионеров по всему миру. From Basel. Из Базеля. Hallelujah. 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 The Basel mission is continuing. Работа миссии в Базеле продолжается. The Bible says God has purposed a thing. Who shall disannul it? Who can cancel? Библия говорит, что Бог положил цель, кто отменит ее? Wow. Wow. Luke chapter 4 verse 42. Евангелие от Луки 4 глава 42 стих. And he said to them, I must preach the kingdom of God to other cities also, for I was sent for this purpose. 43 стих. Но он сказал им: и другим городам благовествовать я должен. Я должен Царствие Божие, ибо на то я послан, ибо в этом заключается моя цель. I was sent for this purpose. Я I must preach был not послан only... с этой целью проповедовать не только. Yeah. Dimitri? Дмитрий, what is your purpose? Why did God call you? В чем твоя цель? Почему yeah, Бог you must find для чего out. Бог призвал тебя? Ты должен это выяснить. Otherwise you may go right. Иначе ты можешь пойти направо. But you should have gone straight. А ты должен был двигаться прямо. Why? He said, I must preach in other cities. Почему? Иисус сказал, я должен проповедовать в других городах. Purpose. Потому что я был послан именно с этой целью. The purpose makes you make what I call midstream directional changes. Цель, именно цель, вносит коррективы в твое направление. Midstream corrections. Она направляет твой путь. According to the purpose. В соответствии с целью. According to the purpose. Согласно цели. Why God raised you up. Почему Бог спас тебя, Бог поднял тебя? Follow your love. Следуй за своей любовью. Will you follow your love? Ты будешь это делать? Follow love. Следуй за любовью. I can't hear you. Will you follow Я вас love? не слышу. Вы будете это делать? Will you accept your separation? Примите ли вы свое отделение? Will you listen to your calling? Будете ли вы слушать призыв? Find your purpose. Будете ли вы определять свою цель, выяснять свою Find цель? The purpose. Найдите цель. Find the purpose. Найдите цель. You see, I'm preaching to only I'm preaching at this level. Видите, я проповедую сейчас на этом уровне. It's not ordinary Christianity. Это не просто обычные христиане. I'm preaching to ministry. Я проповедую служению. Throughout, since I came here, it's preaching at a certain level. Я проповедую с тех пор, как приехал сюда, на определенном Because уровне. I know the reason why I'm here. Потому что я знаю причину, по которой я здесь. I'm not here for other reasons. Я здесь не по какой-либо другой причине. Yeah. Да. You know, this book here, знаете, эта книга, I'll tell you the purpose of this book. Я скажу вам цель этой книги. When I had a dream, когда у меня the было, Holy Spirit said to me, мне приснился сон. Write a book on tithing. Бог мне сказал, напиши книгу о десятине. I don't know. It's not a business. Это не бизнес. Do you know the purpose of this book? Знаете ли вы в чем цель этой книги? This book is also for pastors. It's not for ordinary Christians. Эта книга не для обычных христиан, она для пасторов. It is for pastors to use this book to help them correct the finances of their church. Эта книга, чтобы пастора смогли, используя ее, исправить финансовую ситуацию в своей церкви. It's not for ordinary Christians. Это не для обычных христиан. I know why God is anointing me to write. Я знаю, почему Бог помазывает меня писать. It's to help the leaders. Это чтобы помогать лидерам. And the pastors of churches. И пасторам церквей. If you use this book. Если ты будешь использовать эту книгу. If everybody has it. Если она у каждого пастора есть, то доходы вашей церкви будут идти в гору, вверх, вверх, вверх. This book is anointed for churches. Эта книга помазана для церквей, для пасторов.
для церквей, to bless the church, чтобы благословить церковь, чтобы помочь пастору. My ministry is to help pastors. Мое служение, цель моего служения, помогать пасторам. I know why I'm here. Я знаю, для чего я здесь. I'm not selling books. Я не продаю книги. I'm trying to help you. Я пытаюсь помочь вам. So many people print my book. I don't care. I say it's free. You can have it. You Столько can людей it. Печатают free. Мою книгу, зарабатывают деньги. Я говорю, а мне все равно. Печатай, продавай. Yes. Oh yes. What's your purpose? В чем твоя цель? Why are you praying? Why are you doing what you are doing? Для чего ты делаешь то, что Find ты делаешь? The purpose of God. Узнай Божью цель. Why did God bring me? Into your life. Зачем? Для чего Бог привел меня в твою жизнь? Maybe there was something I was supposed to give you. Может быть, я должен был дать тебе что-то. Maybe there was something I was supposed to give you. Может, я должен был дать тебе что-то. That's it. Вот это. Вот, Maybe вот это. There was something может быть, может, это I was что-то. Supposed to give you. Я был должен дать тебе что-то. But you didn't take it. А ты это не взял. You didn't take it. Ты это не взял. Take it today. Возьми сегодня. Why are you here tonight? Зачем ты? Для Why чего ты God сегодня God здесь? Почему? Для Why чего Бог привел тебя сюда? Для чего Бог привел тебя сюда? Есть причина. У Бога есть цель. Look, у епископа Андрея была цель, с которой он позвал меня сюда. If Bishop Andre has reasons for doing things. Do you not think God Almighty has reasons for doing things? И как вам кажется, если у епископа Андрея была цель в том, чтобы пригласить меня сюда, разве у Бога Всемогущего не было в этом цели? Of course. Конечно. God has reasons. Конечно, у Бога есть цель. Hallelujah! Hallelujah! Wow. Wow. If you are alive. Если ты жив. Find out why you are alive. Узнай, ради чего ты жив. I was on an aeroplane. Я был в самолете. It was going to crash at Heathrow Airport. Crash? It was going to crash. Этот самолет должен был разбиться. We were landing at Heathrow Airport. Мы приземлялись в аэропорту Хитроу. Just as we were about to touch the ground at Heathrow Airport, буквально перед тем, как самолет коснулся земли в аэропорту Хитроу, the pilot took the plane up. Пилот поднял самолет почти вертикально вверх. KLM. KLM. KLM, компании KLM. Yeah. Да. I almost died. Я чуть не умер. But I'm still here. Но я еще жив. Why am I here? А для чего я жив? Why am I here? Для чего я здесь? What's the reason? В чем цель? What's the reason? В чем причина? What is the reason? В чем причина? Why your breasts are not cancer breasts? Почему у тебя в твоей груди нет рака груди? Why you are not dying? Почему ты не умираешь? Why are you still here? Почему ты еще здесь? Find out. Узнай. And follow it. И следуй за этим. Exactly. В точности. Yeah. Да. Find out. Узнай. Don't just do things. Не просто делай что-то. Not in the holy place. Не в святом месте. It's too dangerous. Это слишком опасно. It's too dangerous. Это слишком Find опасно. Out. Узнай. Why? Для чего? Yeah. Да. And God is going to bless you greatly. И Бог благословит тебя обильно. One day. Однажды. You will stand like this before Jesus. Ты будешь стоять вот так перед Иисусом. When he sees you, he will smile. И когда Иисус увидит тебя, он улыбнется. How many want Jesus to smile when Кто из вас хочет, чтобы Иисус улыбнулся, видя вас? How many want Jesus to turn his face away when he sees you? Just turns and looks somewhere. Кто из вас хочет, чтобы Иисус увидел тебя и сразу отвернулся куда-то в другую сторону? How many want Jesus to do karate? Кто из вас, чтобы Иисус сразу стойку карате такую принял? When he sees you. Когда тебя увидел? No. Нет. Hey. I want Jesus to smile. Я хочу, чтобы Иисус улыбнулся. I said, I want Jesus to smile. Я говорю, я хочу, чтобы Иисус улыбнулся. And say, well done, well done, well done. И сказал, хорошо, хорошо, молодец, 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 молодец. I want him to say, well done. Я хочу, чтобы он сказал, молодец, молодец. You did well. Ты хорошо все сделал. Ты хорошо все сделал. Ты все хорошо сделал. Ты сделал хорошо. You did well. Ты сделал все хорошо. You did well. You did Ты well. Все сделал хорошо. How many want Jesus to say, Кто из вас хочет, чтобы Иисус сказал вам такие слова? Well. Ты well. Все сделал хорошо. Well.
How many want Jesus to clap? Кто из вас хочет, чтобы Иисус поаплодировал и сказал: «Приди, мой сын, ты все хорошо сделал». Приходи, приходи, мой сын. Это мы все хотим слышать. Это все, ради чего мы все это делаем. Чтобы услышать однажды такие слова. Хорошо. Ты молодец, ты все хорошо сделал. Пожалуйста, давайте будем любить Иисуса. И мы исполним свое служение.